Здравствуйте! Сегодня предлагаю приготовить куриный рулет, ну или домашнюю куриную колбаску. Это очень вкусно и очень просто. Беру курицу, удаляю с нее кожу и как можно больше срезаю мясо и буду резать его на мелкие кусочки. Ну, вот такого примерно, смотрите, они не то что кубиком получаются, а, в общем, непонятно. Ну, довольно-таки мелко, видите. Добавляю соли. Соль, конечно же, по вкусу. Сушеный чеснок. Хмели-сунели. Перец острый. Ну и паприка копченая. И пищевой желатин. И все это хорошенько перемешиваю. И выкладываю все в руках. Все, и убираю теперь в холодильник на ночь. Все, теперь отправляем в духовку. Делаю несколько проколов. И в духовку 180 градусов на 45 минут. Все приготовилось. Ну, смотрите, немножко, конечно, подтекло, вытекло здесь, но, в принципе, форма хорошо сохранилась. Ну, вытекало, конечно, здесь в дырочке. Сейчас охлаждаю и потом отправляю в холодильник, чтобы оно совсем прям вот застыло. Смотрите, какая прелесть. Плотный. Посмотрите. Ну, чем не домашняя колбаска? Посмотрите. Прелесть. Так, ну-ка я попробую, конечно же, чуть-чуть отрежу. Ну, а это для красивой фотографии. Так. Очень вкусно. Такой рулет у меня точно будет на новогоднем столе. Итак, у меня есть с грибами. Мясо запеченное, мясной хлеб. Тоже из курицы. И вот такой вот рулет вместо колбасы. Ну, вы знаете, вот это вот пятнышками, это белая, это грудка. А вот такие вот более красненькие, это... ножка была. Все, всем, кому понравился, ставьте класс, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, ну и, конечно же, пишите комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока!